Кудряшка Наталья Каменкова, я из города Чехов, Наталья Трещалина. Что хочется сказать по поводу звания нового, да? Это, конечно же, большой труд. Это огромная помощь команды, безусловно. Как ни крути, а все равно мы не единые, мы, у нас есть команда. Это большая заслуга. Конечно, навыки, которые удалось приобрести, это то, что я сейчас умею делать в компьютере. Я не умела делать, наверное, большей части того, что умею сейчас, до момента. Мне даже иногда муж: мне надо вот это сделать. Сейчас нарисуем быстренько эту программку, ту программку, хотя еще, конечно, очень много чего не умею. Конечно же, это большая уверенность в себе, безусловно, и умение разговаривать по телефону с новыми партнерами. А кто вы по специальности, в прошлой жизни до Арифлейм? Вообще, по образованию я технолог швейного производства, а по жизни всегда работала в торговле. Была из заведующей секции в магазине, начинала с продавца, и потом работала в продающих компаниях менеджером по продажам. Ребят, торговля — это ваша. Наш блог называется «Успех как стиль жизни». Перед вами стоят люди, которые и до Арифлейм были успешны, и сейчас они транслируют своими действиями, своими результатами успех. И присоединяйтесь к поздравлениям и аплодисментам новым директорам.